Водитель Форда признается, шофер автобуса, двигавшегося по главной дороге, оказал ему медвежью услугу, пригласив проехать перекресток первым. Поворачивал налево с вот этой улицы. Меня тут маршрутчик помахал рукой, пропускает, как бы. Люди все прошли. Я начал поворачивать, а ребенок маленький был, не увидел. Как говорит водитель, пострадавшая жаловалась на боль в ноге. Для осмотра девочку доставили в НКМЦ имени Круглой. По словам инспекторов, картина происшествия в данном случае разночтений не предполагает, а виновник происшествия очевиден. Примерно в 12 часов 15 минут водитель 88-го года рождения управлял транспортным средством Ford Kuga, двигался по улице Полковника Старинова и при повороте на улицу Зеленина допустил наезд на пешехода девочку 2014 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходу. Переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения. В ГИБДД предупредили водителей, вскоре на аварийности начнут сказываться снег и гололедица. Дети-пешеходы едва ли учтут это обстоятельство, так что вся надежда на тех, кто за рулем. Иван Суверин, телеканал «Первый областной».